Если бы сейчас еще Нанда попал, Нанда перехватил. Не пожадничал и Курбанов. Но это уже шоу-тайм. Кураж. Вот это кураж. Вот про что я только что сказал. Если бы так пошло с самого начала, то, возможно, такую красивую игру в исполнении ЦСКА мы бы и наблюдали. Но напряжения в этом матче мы бы не увидели никакого.